Один из пилотов египетского аэробуса, разбившегося 19 мая, пытался непосредственно перед катастрофой потушить пожар. Об этом сообщает французская пресса со ссылкой на неназванные источники среди экспертов, изучающих содержание голосового самописца. Однако о причинах возгорания и, собственно, о том, привело ли именно оно к катастрофе, информации нет. Так или иначе, пожар на борту становится, видимо, главной рабочей версией трагедии. Ранее по материалам параметрического самописца следователи сообщили о задымлении и повышении температуры в носовом приборном отсеке. А на обломках этой части фюзеляжа нашли следы копоти. Кроме того, еще в день катастрофы египетские СМИ со ссылкой на переговоры пилотов с диспетчерами писали именно о задымлении в носовой части самолета.